Ириной. Сегодняшнее видео будет посвящено моим антифаворитам, а точнее разочарованиям 2016 года. И сразу небольшой дисклеймер. Я не ненавижу бренды, которые я буду показывать в этом видео. Некоторые из этих брендов я обожаю, и это практически мои самые любимые бренды. Просто не все продукты одинаково хороши или не одинаково подходят лично мне. Пожалуйста, не обижайтесь, если я что-то покажу, а это ваш там любимец какой-то. Просто значит, мне это не подошло, мне это не понравилось. И некоторые продукты, которые я буду вам показывать, я их успешно применяю, к примеру, в рабочей какой-то деятельности, но для себя мне совершенно это не нравится, и я вам об этом скажу. Поэтому эта рубрика скорее про разочарования, которые лично для меня, а не для работы. И еще важный момент, что некоторые средства попали в эту рубрику только потому, что я считаю, что цена-качество не соответствует, или, возможно, мои какие-то ожидания были завышены. Хотя в жизни я сама всегда говорю, что не надо ничего особо ждать, чтобы потом не разочаровываться, но не всегда получается, к сожалению, этому следовать, поэтому некоторые средства здесь исключительно благодаря завышенным каким-то моим ожиданиям. Давайте начинать с ухода. У меня есть совсем немного средств. Часть баночек я, к сожалению, выкинула, но это De La Mer. Да, это вся линейка De La Mer, которую я покупала. Я покупала в небольшом формате, крем там шел в 30 мл. Сейчас идет просто настолько массированная рекламная кампания этого бренда. Просто я давно не припомню такой рекламы бренда с таким ценовым позиционированием. И здесь как раз тот случай, когда я считаю, что заявленное качество, оно не соответствует заявленной цене. Бренд La Mer сейчас держит примерно ценовое позиционирование, как бренд La Prairie. Причем как самая дорогая, вот синяя голубая линейка La Prairie. Но качество я не могу сказать, что оно даже близко рядом с этим. Я считаю, что эта косметика переоценена, цена слишком высокая. То есть крем De La Mer, которым я пользовалась, он неплохой крем, он как бы хороший, но я не прыгаю от него до потолка от восторга. Он просто хорошо увлажняет, и все. Анти-эйдж эффекта особо нет. Какого-то супер эффекта на коже я не заметила. То есть с момента, как я перестала им пользоваться, это уже несколько месяцев, моя кожа не откатилась, знаете, к какому-то страшному там состоянию. Абсолютно нет. И вот крем для глаз был для меня вообще практически бесполезен. Я вообще никакого эффекта не почувствовала. У меня причем была полная линейка. Тоник, крем для глаз, сыворотка, крем и умывалка. Вот умывалка единственное, что мне нравится. Ее очень надолго хватает. Она вот у меня до сих пор стоит. Я с удовольствием ей умываюсь. Просто пересчитывая цены, я понимаю, что за эту же сумму можно купить уход La Prairie. Самый топовый, самый потрясающий, самые эффективные крема, по крайней мере, для меня, которые я вообще за всю свою жизнь когда-либо пробовала. Я думаю, блин, ребят, ну что это за цена? Понятно, что как бы в эту цену включена вот эта вот массированная маркетинговая поддержка, но я не прям фанат такого активного продвижения, тем более средств такой ценовой категории. Мне непонятен этот ценник, я не увидела сильного какого-то результата, за который я готова платить, при том, что я всегда говорю, что уход за кожей – это то главное, на что стоит тратить деньги. Возможно, только для затеста куплю их тональный крем, но вообще именно уходовой косметикой я не впечатлена. Лично на моей коже и лично меня результаты не впечатляют. Я не считаю, что оно столько стоить должно. Дальше у меня крем вот такой вот с улиточной слизью. Это Тони и Моли. И у меня на самом деле проблема не только с ним, а со всеми улиточными этими кремами. Вот он такой, как сопельки. Я его давно еще показывала в своем видео про уходовую косметику из Кореи. Дело в том, что очень часто у людей бывает аллергия на улиточную слизь, и при длительном применении все лицо покрывается просто прыщами подкожными. Это ужас, и именно эти подкожные прыщи выводить очень долго. Я нашла нераспечатанную банку вот этого крема у себя не очень давно, вскрыла, начала пользоваться, и когда я увидела первые несколько прыщиков, я такая, все, нет, 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 нет. Маски с улиткой я спокойно делаю, очень их люблю, они действительно хорошо увлажняют, но крема мне совершенно не подходит. И под тем видео очень много девочек в комментариях мне писали, что да-да-да, у меня такая же реакция, поэтому именно с кремами, которые на основе улиточной слизи, а здесь их, по-моему, аж 90% этой слизи, будьте очень осторожны. Дальше у меня тональный крем от Kix, я его купила в Норвегии, я делала обзор на эту косметику в своем видео про косметику из Норвегии. Это тональное средство, оно вот такой вот легкий флюид. Кстати, про легкие флюиды почему-то все думают, что они вот такие вот жиденькие, они такие легкие. Они нифига не легкие на самом деле, потому что вот эта вот жидкость достигается тем, что там много силикона летучего. То есть вы когда его наносите, растушевываете по коже, у вас через какое-то время, пока вы дотушевали, через там несколько секунд, у вас часть этих летучих силиконов, она просто улетает, и у вас остается много пигмента просто на лице сухого. Поэтому вот такие вот тональные крема на самом деле в жизни смотрятся не очень хорошо, потому что, ну, как бы все улетело, остался только пигмент сухой. На коже ощущение, как будто
сухую пудру смешали с маслом и намазали. То есть и покрытие нет, оно какое-то ультра просто легкое. И вообще ничего нет. Есть такие флюидные тона, очень хорошие, они дают хорошее покрытие. То есть там как-то вот эта вот сухость, она каким-то образом нивелируется. И нормально абсолютно это ощущается на коже. Но вот конкретно вот этот вот флюид, это просто нечто отвратительное, просто ужас. Также мне не понравилась вот H&M основа. Вы знаете, я сняла это видео про H&M, у меня целый был пакет косметики, и так его никогда не смонтировала, потому что это был такой ужас вообще. Я даже не знаю, как это вот показать, опять же. Я думаю, я все-таки про H&M сниму видео. Здесь ситуация другая. Здесь, наоборот, очень какой-то плотный тон, который подчеркивает просто все, и который через час начинает просто кататься, делать что-то вообще непонятное на лице. Вот этот вот крем, он настолько некомфортно ощущается лично мной на лице, что я не готова терпеть это ощущение. Дальше у меня такой спорный товарищ. Виви-крем от Garnier. У меня, по-моему, в цвете медиум. Поскольку это средство активно пиарится, я тоже решила его попробовать. Причем я его решила попробовать летом. И, в общем-то, очередная порция прыщей просто была мне обеспечена. У меня кожа не особо склонная, мягко говоря, к аллергии. То есть то, чтобы у меня на средство на какое-то началась реакция, это должно быть что-то прям, ну, сильно термоядерное. Вот этот крем, он прям термоядерный. Я его, почему он у меня до сих пор не в мусорке, вы знаете, я им наловчилась ноги мазать летом. Вот иногда, когда чуть-чуть они подзагорят, чтобы капельку выровнять тон, и на ногах не так видно все, и там нету у меня аллергии. Плюс он какой-то немножко оранжевый, немножко пятнистый. Мне, в принципе, его можно нанести достаточно ровно. Я его наносила просто руками, вот так вот там бьюти-блендером прихлопывала. Плюс он немножко остается каким-то влажноватым, причем даже не влажноватым, а липким. В принципе, когда я его припудривала на лице, меня это более-менее устраивало до того момента, когда я поняла, что у меня через 3 дня началось какое-то нереальное количество просто высыпаний на лице. Причем этот крем продолжает активно рекламироваться везде, но я видела просто сотни плохих отзывов на этот крем. Очень много у кого он вызывает аллергии, поэтому будьте очень осторожны вот именно с таким вот средством. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, это что вообще такое? Я сейчас смыла тональный крем Garnier, и у меня прям сразу сыпь красная пошла по руке. Ой, кошмар какой. Я, честно говоря, не знаю, это от Garnier или потому что я сводчила здесь, хотя на этой стороне вроде особо и не сводчила ничего. Ну, не знаю, если кто сомневается, что сыпь появилась после крема Garnier, могу исходник видео показать, не отмонтированный. В общем, не знаю, на Garnier это реакция или на что-то другое из моей поганой корзины, но что-то ничего хорошего. Дальше тональный крем, который просто немного не оправдал моих ожиданий именно у меня на лице. Это тональный крем Tom Ford. Я говорила, что я его использовала на хорошей коже, чуть-чуть склонной к жирности на съемках, и он меня устроил, потому что на фотосъемке он дает достаточно хорошее, достаточно плотное такое покрытие, которое нормально смотрится в жизни, как он выглядит, мне не очень нравится. На моей коже, которая нормальная, но чуть-чуть склонная к сухости, мне не понравилось. Я же не просто так покупаю какие-то средства, да, я консультировалась долго, полчаса я торчала на этом стенде в Голландии, в Tom Ford, и мне сказали, что да, безусловно, вам подойдет для вашего типа кожи. И я далеко не на любую кожу могу его нанести, потому что на возрастной коже он мне тоже не очень нравится. А девочек-моделей, у кого кожа склонна к жирности, ну не прям так, чтобы много. В основном у всех какая-то или нормальная кожа, либо немного более склонна к сухости. Поэтому, ну не знаю, буду где-то, наверное, использовать, надеюсь. Ну, просто немножечко расстроена, вот и все. Тестируйте обязательно, мажьте на себя, приходите в корнер, если хотите купить, плюйте на всех, просто намазывайте лицо, идите, ходите несколько часов и понимаете, как оно вообще нравится вам или нет. И следующее небольшое разочарование, это Magic Foundation от Charlotte Tilbury. Я не скажу, что я ненавижу этот крем, так же, как крем Tom Ford, просто моей коже он не очень комфортный, и он вообще не Magic, тоже надо идти, вообще не стесняться мазать его на себя, а намазать в России негде, поэтому я как-то вот просто не впечатлена. Мне хочу хвалить крем, который в тубе такой пластиковый, хочу его тоже
тоже попробовать, но уже не знаю, честно говоря, потому что тональные крема покупать без затеста по интернету, ладно, еще с цветами-то я более-менее там угадываю, а вот с плотностью полагаться на отзывы, потому что Шарлотта Тилбери тоже много с какими блогерами сотрудничает, вот это меня немножко вымораживает, то, что вот эти вот спонсированные какие-то видео, одно дело просто, когда предоставляется тебе в подарок косметика, ты делаешь ее обзор и говоришь действительно честно свое мнение. Просто многие боятся честно сказать свое мнение, боятся, что им никогда больше ничего не подарят, если ты будешь плохо про что-то говорить. Но введение в заблуждение своих подписчиков, чтобы они потом, не знаю, страдали и ходили в сыпи там от крема Гаринье, я все-таки считаю, что мнение, которое высказывается о продуктах, должно быть либо действительно личным, либо оно должно быть каким-то безоценочным. Типа, ой, мне подарили тональный крем. Чик-чик, фото в Инстаграм. А когда поются оды каким-то средством и говорится, что это хорошее что-то, а это не очень хорошее, ну, я не про конкретно этот крем, да, а вообще, тогда вот это уже как-то у меня вызывает какие-то негативные эмоции. Про этот крем пелось очень много от различных, что Magic, Magic, полный Magic не случился. Дальше у меня консилер от Kix. Консилер какой-то просто непонятный. Просто я не понимаю, его надо наносить, наверное, только на вообще голую кожу, потому что когда наносишь его на любое средство, абсолютно на любой тон, на любую пудру, вообще на что угодно, господи, ты вылезешь сегодня или нет, он просто разъедает вообще все. То есть я когда делала обзор на косметику из Норвегии, я его нанесла там на подбородок, куда-то еще, и попробовала растушевать бьюти-блендером. И просто у меня все снялось с подбородка. И я пыталась им воспользоваться еще несколько раз, и вообще никак не работает. То есть его можно, конечно, на тональный крем там нашлепать кисточкой, но все равно оно как-то начинает расслаиваться. В общем, если вдруг будете в Норвегии, увидите магазины Kix, а вы их увидите, потому что они там везде, не покупайте их вот private label, вот, который называется Kix. У них только румяна очень классные, а вот это вообще не надо. Дальше из-за кормов я еще достала вот такой вот Cushion румяна. Cushion, который тональный крем. Его я обожаю, вот такой вот с медвежонком от Миши. Суперский, просто обожаю. А вот этот вот Cushion румяна, он, во-первых, весь, видите, очень неаккуратный, потому что здесь вот эта губка, она, ну, не как спонж, а она реально как какая-то там сеточка. В общем, не совсем понятный какой-то формат Cushion'а. И просто... пигмент-то где, ау, это для кого румяна? Вот это сейчас прям жирный крем, то есть, чтобы его вот чуть-чуть подрастушевать, где пигмент? Пигмента ноль. Я не люблю такие румяна, я люблю, чтобы румяна, чтобы щеки были на лице. Цвет здесь 0,1, и, в общем, именно румяна в Cushion'е вот эти вот конкретные Миши я бы не рекомендовала. Милейшая упаковка. Я так мечтала, так хотела, чтобы мне это понравилось, потому что, ну, прям, ну, боже мой, какая прелесть. Но нет. Дальше у меня помада для бровей от L'Etoile. Я ей пользовалась буквально пару раз. Она какая-то слишком мягкая, какая-то прям как воск и какая-то вот, ну, не знаю, у нее консистенция, ну, слишком прям... Дальше бронзеры. У меня вот такой вот бронзер от Too Faced, который супер-пупер легендарный. Вот у него два оттенка, Sweet Tea он называется. И моя проблема с этим бронзером, то, что он слишком пигментированный, и он слишком мерцающий. То есть он в каких-то моментах даже похож, не знаю, на хайлайтер на какой-то. Просто это мое личное предпочтение. Возможно, для кого-то, кто прям более загорелый, тому это будет хорошо, такое мягкое какое-то мерцание, особенно вот в темном оттенке, потому что светлый, но у него прям отблески, видите, как у хайлайтера. Еще один бронзер, это Physicians Formula, это дешевый достаточно американский бренд. Я купила пачку, там было 3 бронзера разных по цене, по-моему, $6. Я сейчас понимаю, почему этот бронзер столько стоит, потому что, как бы, где пигмент? Дорогой Physicians, где пигмент? Где? Ты где? Это даже $2 не стоит. У меня есть вещи от Physicians Formula, которые я очень люблю, которые очень классные, очень крутые. Но вот такие вот бронзеры, это просто
просто провал. Так, немножко средств для глаз. Вот такие вот тени в стике от Миша. Мне нравится то, что они вот так вот выкручиваются. Это супер, ничего точить не надо. Что мне в них не нравится? У меня вот такой вот легкий оттенок шампанского. И причем я думала их, знаете, куда-то вот под брови добавлять. У меня есть аналогичные тени NARS. Вот их я с удовольствием добавляю под бровь. В нем очень крупные блестки. То есть прям вот как глиттерные такие. И на мой взгляд, это выглядит как-то дешево. То есть, соответственно, под бровью его уже не используешь, потому что блестки прям под бровью, они сияние такое-то, да, не очень мне нравится. Но все века использовать, ну, не знаю, возможно, если еще какой-то поверх добавлять пигмент мерцающий. Не люблю вот такие вот крупные блестки в тенях. Дальше у меня подводка от H&M в оттенке Fireworks. Это подводка с блестками. И почему-то на тестере мне казалось это хорошей идеей. Ну вот, вот для понимания, какого она цвета. То есть цвета как бы нет от слова совсем. Стрелку, даже если вы будете выводить, даже если вы в основной части все выведете, то вот хвостик у вас все равно будет какой-то вот бледно-серый, вот такой вот. Проще купить в NYX, не знаю, подводку с блестками и просто радоваться жизни, потому что там прям блестки в подводке. Дальше действительно разочарование, потому что столько хороших отзывов. Это тушь Better Than Sex от Too Faced. Она делает потрясающий объем, просто фантастический. Посмотрите, какая кисть. Но она начинает осыпаться и отпечатываться вот здесь, ну, через, не знаю, полчаса. На эту тушь огромное количество в американском YouTube положительных отзывов. Она считается культовой Too Faced. Ну, я не знаю, что это за культовая тушь, которую можно носить 20 минут. В фаворитах я говорила про свою феноменальную просто точилку из Японии, которая стоила каких-то копеек. В разочарованиях у меня точилка от Manly Pro. Я просто хочу спросить у Manly Pro, ребят, за что? Просто вот реально за что моим карандашам вот это вот? То есть я пытаюсь проточить карандаш, и как бы вот снялась первая стружка, и больше ничего не происходит. Я стараюсь реально проточить. Ну просто он не цепляет ни один карандаш, не только вот эти колорпоповские, ни один долбанный карандаш не цепляет этот точилка. Причем она стоила рублей 400. Почему я должна даже 400 рублей, неважно сколько, тратить вот на такую вот просто хрень? Это, наверное, из того, что я вам показываю, просто меня выбесило. Она вообще ничего не точит. Просто жесть. Это вообще даже отдать никому нельзя. Это просто сразу взять и выкинуть. Дальше у меня палетка, за которую меня, наверное, кто-нибудь да покусает. Просто мне не очень понравилось, скажу честно. Это палетка Бекка под в этих вот оттенках. Я могу себе представить, что я собираюсь куда-то, и вот она лежит передо мной, и я какие-то пару, не знаю, вот этих вот оттенков, или вот этих, ну, каких-то смешала на кисти, просто несла на все подвижный век и побежала. Просто когда у тебя палетка из 9 цветов, и из них 5 офигенские, а 4, ну, как бы так себе, то с этим можно жить, потому что ты с этими цветами сделаешь красивый макияж. А когда у тебя палетка за 40 с лишним долларов из 5 цветов, в которых тебе нравятся 2, то как бы, ну, это слишком. Плюс качество как бы этих теней, да, безусловно, такие люксовые тени, они всегда не пигментированы. Но вот так вот, если издалека я вам сводчи покажу, мне кажется, вы будете думать, что это вообще какой-то вот все один цвет. Видите, я же ничего не придумываю, просто беру, делаю сводч. Она не пигментированная, но вот знаете, для тех, кто любит прям ультра какой-то легкий макияж, то есть просто взяли на кисти один оттенок, смешали, побежали и все. Но когда я делала макияж для своих глаз, например, вот затемняя вот этим вот оттенком, мои глаза выглядят больными. Мне приходится добавлять очень много черного к ресничному контуру. Но здесь просто цена за грамм дороже, чем у Анастасии Беверли Хиллз. А тени матовой Анастасии Беверли Хиллз — это просто мечта. Поэтому я просто не впечатлена, мне не нравится эта палетка. Еще одна палетка разочарования этого года — это Beauty Killer от Jeffree Star. Я уже говорила в своем видео с обзором этой палетки, что она мне не супер нравится. Мне нравится упаковка, мне нравится функционал, мне нравится, что много теней, все здорово. Что мне не очень нравится — это качество некоторых теней и вообще функциональность этой палетки. Она, ну, какая-то немножко сомнительная. Здесь вот, знаете, хорошие цвета, у которых прям реально хорошее качество. Вот их два. Это вот оттенок Courtney и оттенок Confession. Все. Вот этот вот оттенок растушевывается просто ты-ты-ты-ты-ты в пыль. Я вам сейчас покажу на своей многострадальной руке дико пыльные оттенки. То есть вроде пигмента много, да? Ну вот начинаете чуть-чуть тушевать. И что это такое остается? И так можно про любой из этих оттенков сказать. То есть вроде как бы все и нормально.
Ну вот что это? Что это такое? Вы же видите, я ничего не придумываю. И... Ну, очень пыльно. Посмотрите. Это вот этот вот фиолетовый оттенок. Он вообще... Алло. Просто он вообще где? Розовый оттенок я просто выковыривала, чтобы проверить, сколько там средства. В итоге он у меня потом разбился. Ну, в общем, не суть. Просто если закрыть вот эти цвета, получается достаточно базовая палетка. Но, опять же, ну вот какой базовый макияж из этого сделать? Вот этот цвет отвратительный. Вот этот вот оттенок растушевывается просто в светло-серую пыль. Вот этот вот оттенок, который, по идее, должен быть с черными блесками. И очень красиво вот так вот, видите, мерцает. Но просто вы тушуете, и у вас все блески такие та-та-та по всему лицу, только, блин, не на глазах, не на тенях. Вот этот вот оттенок, ради которого я, собственно, и покупала эту палетку, я его смогла чуть-чуть приручить с помощью плотной влажной кисти, вот так вот его натереть, вот так вот, и разложить. Все, кому нравится эта палетка, все отмечают, что оттенок Кортни самый классный, но, блин, палетка вот такая вот типа яркая, почему здесь вот этот вот оттенок самый хороший? Хотя он действительно хорош. Вот золото, кстати, пальцем кажется, что вау, бам, прям вообще супер. И сводч наверняка сейчас будет золотом офигенный. Вот, видите, прям какая красота, да? Сейчас кистью вам покажу. Я все набираю. Видите, много как золото на кисти, в кавычках. Набираю. Ну, окей, вроде вот сейчас вот что-то там набралось. Сводч пальцем. Цена здесь не прям завышенная для этого качества, потому что здесь каждый рефил по 2,5 грамма, а цена палетки $45. В принципе, цена хорошая. Но просто покупать палетку ради двух цветов... Нет, вот Кортни действительно классный, и оттенок Confession тоже классный. Оттенок Confession, он прям очень кремовый. Но, пожалуйста, вместо оттенка Confession вы можете купить оттенок Anarchy, Анархия от Makeup Geek. Сейчас я вам покажу его сводч рядом. И вот один рефил стоит $6. Вот это Кортни, вот это Anarchy. Ну, то есть разницы вообще я вот не вижу. Ну, вот чуть-чуть вот здесь похолоднее может быть отблеск, но как бы на глазах это вообще будет незаметно. Ну, а если вам нравится оттенок Кортни, то можете купить опять же от Makeup Geek вот такой вот оттенок. Он называется Крем Брюле, я его показывала в своих фаворитах. Сейчас я вам тоже где-нибудь покажу сводч. Вот это Кортни, это Крем Брюле. Крем Брюле чуть-чуть более бежевый, этот чуточку более розовый, но опять же принципиальных различий на глазах этого видно не будет. Я не знаю, мне вот нравятся реально только два этих цвета, и вот, пожалуйста, за $12 просто идентичные цвета. Я видела в Рунете положительные отзывы на эту палетку, просто опять же, смотря кто с чем сравнивает. Возможно, если бы у меня была только там эта палетка или какое-то ограниченное количество, еще там две, не знаю, каких-то Urban Decay, то тогда бы, да, я сказала, да, вот это классная палетка. Тут вот, пожалуйста, яркие цвета для креатива, тут вот золото, можно золотые там какие-то глаза сделать, тут белый цвет под бровь, но когда есть с чем сравнивать, то понимаешь, что как бы вот это не конкурентоспособно, и это просто очень-очень сильно распиарено. Думаю, вы заметили, что я в числе этих психов, которые ставят себе будильник, встают, подходят в определенное время, делают заказ, потому что в Америке они постоянно любят вот limited edition, limited выпуск, покупайте. Да, я покупаю, но иногда это все неоправданно. Когда у меня появляется не очень хорошее отношение к бренду, я вот так вот от него отказываюсь. Очень много всего на рынке, незаменимых нет ни среди людей, ни среди брендов. Говорила про позитив, в итоге набросилась на Джеффри, но это реально мои чувства, мои ощущения. Давайте переходить к губам. У меня здесь несколько средств. Ну и раз уж мы говорим о товарище Джеффри, то я покажу вот эту вот помаду из серии Lip Ammunition. На самом деле у меня их три цвета, и мне не нравится только один. Остальные меня более чем устраивают, очень нравятся, классная кремовая формула. Но вот этот вот оттенок Unicorn Blood, он очень плешивит, он очень пятнистый, то есть его наслоить просто невозможно. То есть цвет, когда вот такой вот берешь, думаешь, что он будет прям глухой такой бордо, а он на самом деле, ну, просто вот, видите, ну, как бы я понимаю, что по такому сводчу сложно понять, но он очень плешивит, то есть его ровно разложить по губам вообще невозможно. Я знаю, что вот таких оттенков помаде и фиолетовых оттенков очень сложно добиться того, чтобы они были действительно плотные, действительно пигментированные. Но вы уж либо добиваетесь, либо не выпускаете какой-то полуфабрикат на рынок, потому что накрасить реально без карандаша, который по всем губам
невозможно. Дальше помада от Kat Von D. Это оттенок агата. Я уже говорила в своем видео про Kat Von D, что она меня разочаровала. Потрясающе красивый цвет, потрясающе красивый сводч. Но такая омерзительная текстура на губах. Просто она подчеркивает все шелушинки, все трещинки. Такая текстура, она вообще никого не украсит. То есть, мне кажется, даже на самых идеальных губах, которые накачаны гиалуронкой, на которых практически нет морщинок, вот эта помада все равно будет смотреться плохо. Дальше у меня 4 оттенка помады ColourPop. Это матовая их формула. Ох, и это просто самая иссушающая помада из всех. Дико сушит губы. Когда я делала обзор, мне кажется, я не прочувствовала всю прелесть. Но, кстати, один цвет Scrooge, он такой прям свекольный, который, кстати, распродан на сайте, вот он нормальный. Просто они, конечно, стоят дешево, $5, но и качество как бы тоже на $5. Последний — это какой-то, мне кажется, вселенский заговор, косметический обман какой-то всего и всея. Это Benetint. Его столько мало не потому, что я его так использую, а потому, что он у меня 2 раза проливался, а выкинуть его у меня рука не поднимается. Я думаю, вы много видели рекламы этого замечательного средства. Вот такой вот у него красновато-розоватый оттенок. Я не отрицаю, что это может кому-то нравиться. Во-первых, он дико сушит губы. То есть нанести только его один не представляется возможным. У вас губы как будто вот так вот стягивает. Еще он горький, тоже немаловажный факт. Он желтит зубы, по крайней мере мне, и на ком я его пробовала, он желтил, хотя как бы заявляется абсолютно другое. Вот я его сейчас нанесла, он вот на камере особенно выглядит нормально, а в жизни прям говняшка, прям вот видно, что он забивается в сухость. Облизнуть губы, соответственно, очень неприятно, он очень горький. То есть его, не знаю, или бальзамом каким-то замазывать, или блеском для губ. Ну а какой смысл тогда в этом? Можно купить просто себе оттеночный бальзам. Вы знаете, в чем засада? Я сейчас вот смотрю в зеркало, понимаю, что у меня просто супер пожелтели зубы от него, я смотрю в камеру, и там цвет, как будто реально естественный цвет моих губ. Ну вот такая вот небольшая засада. Если покрыть блеском для губ, то вообще, наверное, хорошо как-то будет. Но мне некомфортно, мне не нравится. Если надо по-быстрому себе сделать румянец, намного проще взять с собой кремовые румяна и вот с этим вот не заморачиваться абсолютно. И точно так же кремовые румяна вот так вот себе нашлепать сюда или взять просто блеск для губ какой-то приятного цвета, нанести его, потому что без блеска для губ, без бальзама сверху это носить невозможно, по крайней мере для меня. И опять же, это мое личное мнение, мне это не нравится, мне это не подходит. И поэтому это уходит в плохую корзину. В общем, хотела сделать это видео максимально позитивным, говорить, что нет, я очень люблю, очень уважаю там этот бренд, просто мне не подошло. Но просто, когда я начинаю говорить, какие-то эмоции берут просто надо мной вверх. Я просто как бешеная фурия начинаю набрасываться на этот продукт. Но сейчас, когда я немного отошла, пришла в адекватное состояние, я хочу повторить, что все сказанное, но это на 100% мое личное мнение. Большинство из этих брендов я обожаю и уважаю, и у них огромное количество других продуктов, которые мне подходят, которые я люблю и которые очень часто использую. Просто конкретно эти продукты мне не понравились, либо не подошли по тем или иным критериям. Я очень надеюсь, что это видео вам было полезным и интересным. Мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!